Добрый день, Геннадий. Добрый день, Анатолий. Я вельми задоволен, что у перший раз на вас вышел. Я уже казал вам по вайберу, что я не вельми володаю компьютером. У досконалисти треба шмат часу, да и уже, можа, и узрост не той. Так, печатаю, працую с Фейсбуком, сторонку маю, нават две. Одна такая целевая про Беларусь, другая моя. Особистая, и в Одноклассниках есть я. Ясненько. Откуль вы, с какого места? Я сам с Кишинева, я в Кишиневе зараз, сижу в центре города на 11-м поверхе, и вот, так сказать, вышел на вас. Несколько, так сказать, у меня была мета такая, ну, со святом вас, так сказать, как бы все было добро у вас и у Беларуси. Бо я этничный белорус, оттуль родом. Правда, живу тут я уже в Кишиневе 74-го года, 45 годов. Во. И, але мову сказать, белорусскую не забыли, не? Не ну, мало трохи еще памятаю, так сказать, я неколи заканчивал русскую школу в районном центре, там такие копыль есть в Минской области, школа номер 2, але мы выучали белорусскую мову, и так я вот чую, как вы свою историю, так сказать, нам поведали, что мать и бабуля показывали, мне это время затекавило. У меня так само засталось все только от бабули. Мать и батька не вельми разговаривали на белорусской мове. Чему? Батька был мой войсковец. После закончения войны 45-го года, в 45-м году, он 2 года еще служил в Констанции, в Румынии. А потом, значит, приехал в 47-го, женился, я народился в 48-м, и его другой раз забрали, как войсковца в армию, уже, значит, послевоенную, и мы с ним по всему бывшему Советскому Союзу колесили. Были на Украине, так сказать, и Коломыи он служил, и в Новгороде, и в Пскове, и в Острове, и Коми в Ухте, и вот, в Узбекистане бывшем, где только не были мы. Я в первый класс пошел в Мурманск, в Мурманской области, на Кольском полуострове, там такой город Оленигорск есть. Вот. И я приехал в Белоруссию в 5 класс, можно было не выучать белорусскую мову. А лишь мои предки вот все были белорусами, и мать каже, давай, как это ты будешь без родной мовы? Вот. Я, говорит, не вельми добро ведаю, володаю, потому что вот с отцом 12 лет проездила. В райцентре там я пошел... Вот... Секунду, а мать добро размовляла белорусской мовой? Нет, мать кепско размовляла, вельми добро размовляла бабуля. Значит, она 905 года народжения была. Вы ведаете, ни одного слова на российской мове, ни одного. Там была чистейшая, и вся наша весочка маленькая. Ее зараз знищили 30 годов тому, ее зруйновали, зараз нема. Она, я лечусь, что народился у булатниках, але этой вёски нема. Приехали бульдозеры, спилили эти древы велизарные, столбы снесли, все, там зараз картофельное, те, какое там ржаное житневое поле, там ничего нема, там не познаешь, навык, где моя была хата, где я народился. О, так я там неколи проводил все летние эти каникулы, только у бабулиной хати в этой. Это, значит, коли вы ведаете, не свиш вот там с одного боку, с другого боку Слуцк, и Клецк недалеко, а это Копыли. Ну, мы неколи там такие были тимки. Я ведаю, я был у Копыли. У Копыли я был. Да? Колесе. Ну так, там дорога везде от Барановича, от Ляховича далее на Слуцк, старая, называли, старая да. Дорога. Там Синявка начинается. Як? Синявка, а далее за Синявкой да, уже да. Минская область. В область. Да, и я был в Минске там. Анатолий, справа в том, что там такой куточек,
там нема таких неких шляхов велізарных дорог и так далее. Она не сидит, это Копыльщина помеж этими великими дорогами. И вельми там чудовная природа, все остальное. Но это весточка маленькая, это было 24 хаты. И все из шляхты, так сказать, были. Все ведали польский язык. И белорусский размовляла бабуля только, и не только она, все там размовляли. Вот оттуда у меня это пошло. Я 2-3 месяца с 5 класса по 11 там у ЕЕ летом был, там несколько хлопцев, сельских девчат было, до речи померли амаль усе, и два моих сябра дзяцінства у Барановичах, вот, значит, в Минску один, и все. Это они как свояки. Так вот, оттуль только я это все черпал, и вы ведаете, оно запало. Навод, мне было легче писать на белорусской мове, чем на русской. То есть там, как чуется, так и пишется. Не было никаких там этих... Вот. И я завсёду в школе, когда уже в опошних классах, у меня поблыталось это все, это орфография, стилистика. И я писал на белорусской мове лепше, чем на российской. Вот. Ну, по содержанию этих изложений, сочинений было завсёды 5, а по этому 3-4 по этим помылкам. Ну вот тому, а тут 45 годов, это великий адресный ковалок часу, и забывается это все. Я бываю в Беларуси, там приезжаю коли-николи, а лишь там нема особливо с кем разговаривать. Я перехожу на белорусскую мову, на меня глядят, как на это. Ну, бачите, что зробилось за эти часы? Да, произошла такая жесткая русификация, да, зараз все нема уже белорусской мовы. Ну, может так, категорично я бы не сказал. Справа в том, что опошнее, вот я гляжу год, издалека, вот 1500 километров, 1200 до Минска отсюль, от нас, то я гляжу отсюль, издалека много чего можно зауважить и некие выводы сделать. Трохи она вот по опошний год начала не подниматься. Я бачу, что и молодь там где-то тусуется на немизе, там я вот лежу. Я вельми шмат часу зараз уделяю вот этому компьютеру. У меня телебачение вообще не, для меня не снуя. Я гляжу только там, и у нас есть такие каналы history, исторические, вельми цікавые, добро зроблены. Гляжу еврейское РТР, там часто разумные хлопцы и девчаты сидят и говорят. И гляжу такие вот, ну, о неких державах, о неких там краевидах других краин. Вот это меня цікавить. А больше ничего, ніякі новостные, ни молдавские, ну, так, калі-калі, ни российские я не гляжу. Все больше отдаю часу вот этому интернету зараз. Это як семечки в кишені. Калі они есть, вот, обязательно будешь лузгать. Так и я, когда вот стоит этот компьютер с этим интернетом, то я сижу тут целыми часами и нечто для себя дбаю. Поэтому, поэтому я нашел у вас один раз, другой раз. И зараз я проглядел все ваши видики. Может, не все, но много. И про Львов, и про Украину заходнюю, и про Беларусь, и про сядибу вашу, и Брест проглядел, пролетал с вами на вертолете в вашем мини. То есть это все меня вельми затекавило. И главное то, что справа в том, что ну, мои думки вельми схожи с вашими. Амаль один к одному. Тому, да, да. И вы тихим таким голосом, есть там такие, я вам не телефоновал, некий там придурок пьяный сидит и начинает это самое. Я их сразу выключаю, я с ними даже не с такими не разговариваю. Когда вот приходится мне тут в Фейсбуке, я люблю печатать, мне это легко дается, я печатаю сразу в любом объеме, сторонку, две, могу 10, на любую тему. И когда я бачу, что ну, нельзя с ним об нечем гутарить, я его просто выкидаю с этих сябров.
Фейсбук эти однокласснику. И так и предупредил, что, хлопцы, я, если что-то начинается, я не буду предупреждать ничего. Это, ну, какой сябр он у меня, если я с ним, ну, не могу, так сказать, ни об чем. Вот. Справа в том, что некоторые поимели, заимели вот эти компьютеры, а лишь, и он как был, так сказать, ну, недукованным таким хлопцем, те девчиной, и он и застався, поэтому тому вельми тяжко размовлять и тратить эти нервы, каких и так мало засталося. Ну, а треба шанаровать, мне... ваш час как раз треба шанаваться. Добрая, привабливая штука, та я, компьютер, кажу, добрая и привабливая штука, компьютер. Есть, да. Есть цікавості разные, можно то и все осуществить, бачите. А як ви относитесь до Дня Волі, который сегодня означає? На любые питання ваши я могу отказать. Я уже казав, еще раз скажу, что, ну, во-первых, я, по-перше, віншую з Днем Волі, другое, з 10 тисяч у вас, навіть уже 10 100 я глядел подписчиков, это вельми добрые. 11 это, уже 11. Уже 11. Вот это я веншую, другое. Веншую с вашим поездкой. Я проглядел от начала до конца все ваши беседы в Киеве. Мне вельми сподобалось все, так сказать, навод профессийно все зроблено было, и гуки, ну, ветер там, первый день трохи ветрило некий таки дул, так было не вельми, было кепско трохи чувать, а далее все было добро. Теперь на питание, як Дню Воли. Значит, я не ведал гэтае свято, ну, не чу, але так далеко, як будто эхо некое здесь, знаете, у горах за километров 10. Некто говорит. Вот в этом году я только почу, проглядел, что это за свято, як, чего и что. И на вот взял тут несколько таких добрых видиков. Они разъясняют, что такое в таком доступной такой форме, на вот для этих первоклассников, там все пойме. То есть я бачу, что это соправды, так сказать, великое, так сказать, свято. И я отношусь, я сказал, до белорусскости, это в великом сенсе, это и культура, и ежа, и некие другие традиции, и литература, и письменники, и история, все это вот я белорусскостью называю, то для меня это вельми, ну, вот живу это, может, так не скажу, але это той корень, який подпитывает один из великих коренев, який подпитывает мое життё. Другий корень, велизарный, это живёла и эти птушки. Вот это вот тоже я не могу пройти, коли бачу некое такое вот существо, которое мучится. Вот, я, вот это другое. Третье, это... Успомины, вот корони великие, которые меня вот тримают на этой земле. Это успомины об тем, как я вот проводил эти, значит, детинство, потом юнацтво там у Беларуси. Вот. И не так много годов, я там 26 годов я оттуда уехал. Вот. А лишь, ну, с 5 класса, это 11 год и еще... 5, 11, 5, значит, не 11, это получается так, 5, значит, это так, 6 плюс 5, это 11, еще 4, 19 годов я там, это, может, может, меньше, был в Беларуси, и у этой вот велизарной 15, коры... 15 годов. А? 15 годов. Да, 26 уехал, 5 класс приехал, я, ну, в общем, так. И я это самое, вот это и еще один велизарный корень, как лоза вот виноградная, знаешь, на поверхности маленькая такая, там 2-3 метра, полторы куст, а в низе корони до 7-10 метров. И вот эти корони обруби, все, она не будет ни плодоносить, ни жить, ничего. Так вот эти корони вельми глубокие у меня. Вот я кажу, что это сябры, это дзяцінства, это успаміны о Беларуси, это ее история, вот традиции, литература, ежа, все остальное. Вот 45 годов живу. Тут я поспытал разных страв шмат, але лепш за белорусскую колбасу, эту пальцем пханую, те там эту бульбу,
ці там эти драники, ці мачанка, ці там эти, как они, колдуны, ну, у нас говорили бомбы в нашем районе, то есть картошка в середине мяса. Я ничего лепш не николи, так сказать, не спробовал, как мне вот нечто уразило. Вот это для меня, так сказать, вот так я отношусь ко всему этому и относился, и помру, может быть, с этим. Вот, уже не так много засталось тут, а лишь родзима не выходит никак с этого. И лесы, бары, эти ручаи, трава, это поветра, птушки, березовый это сок, эти буслы, ну, все это. И так здарилось, что уже такие, как вам тоже, не те под мои годы. То есть мы памятаем эти сено, как они, косилки, мы памятаем, как это збожжа на ветру мы сушили. Я вот в этом все летом помогал бабуле. Так, мы не працевали, как баловство было, як, ну, а лишь они заохочивали нас. Мы ходили там и картошку эту, бульбу обворвали, даже не обворвали, а сошкой там працевали, ну что... Плуга мне, а сошкой, да. Вот. И ветраки это и гоняли, все. Это незабывные мои вспоминки. Вот я так немножко развернуто для первого раза рассказал, что такое день воли. И самостоятельность, однозначно самостоятельность, я за самостоятельность, я за то, что как бы она была незалежная Беларусь и квитнела, как другие уже краины на Западе, на Усходе и так далее, в Азии. Анатоль? Так, так, чую я уважливо вас, чую, вельми приемно. Да, вельми, ну, добро, так аж до сердца доходят, да, ваши слова. Да, единственное, что, Анатоль, я человек, так родился в октябре, скорпион. У меня не очень, так сказать, хороший, у всех скорпионов такой странный характер. Вот, ну, я вам скажу одну притчу. Бо я 19-го кастрычника, а вы, я 19-го кастрычника, а я еще, весы еще. А, вы еще, а я 28-го. Так, зато... Значит, я одну притчу расскажу, вы зрозумеете, какой характер у этих скорпионов. Это добрые друзья, они не продают, они отдадут опошнюю кошулю и ежу, ковалок хлеба тут однозначно. Вот. Ну, вельми долго тримаю в души, коли некто меня покрывдит. Я не могу простить им. И хоть Бог говорит, по одной ударили тебе в одну щеку, подставь другую, это новая Библия. В старой было глаз за глаз, там око за око, а сейчас вроде бы так. Но у меня, я не то, что стараюсь сразу отомстить, но я очень долго помню вот эти все вопросы. И вот эта притча мне одна понравилась. Выдра плавает в реке, подходит скорпион и говорит: «Слышь, перебрось меня на другой берег. Мне надо туда, реки». А выдра говорит: «Ну как я тебя переброшу, если ты возьмешь на середине реки меня, в смысле, возьмешь и ужалишь». И, так сказать, ну как я тебя ужалю, если я буду сам плыть на тебе? Поплыли через реку, он на середине реки ее жалит. Выдра оборачивается и говорит: «Ну ты же обещал, так сказать, слушай, что ж ты наделал?» Он говорит: «Извини, такой характер». То есть скорпионы не вельми добрый знак, не вельми добрый. Они злые и тяжкие, но у них есть и плюсы. Поэтому, коли я той еще и раз нечто такое вот бабахну, ну, не ужалю там крепко, но мне осолоду это приносит, коли я вот нечто такое вот... Вот не только мне, я уведаю, тут у нас много скорпионов. Вот они и девчата, и хлопцы, ну, один до одного похожи. Вот. Так что вот это вы не обижайтесь. А лишь крыудить душой я николи не буду. Сразу скажу, что есть что. И если человек, там, женщина, мужчина, не заслуговывая некой поваги и некой похвальбы, я хвалить не буду. Ради того, чтобы просто вот ему, так сказать, угодить. Это исключено. Поэтому разумею, я... Добренько, разумею. Я ж... Да. Какие-нибудь связи вы утримуете с Беларусью зараз, чи не? Чи уже все разорвано?
Не разорвана. Справа ў тым, што я адзін з лідараў беларускай дыаспоры тут у Малдове. Тут. І 25, вот когда у нас это все незалежность была, сколько там, 28 или сколько годов, с тех пор я тут на виду. Значит, и я падтрымліваю сувязі ў розным кірунку, ну, розныя грані. Першы, я ўжо казаў, што гэта мае сваякі, якія ўсе там памерлі, маці, бацька памерла, бабуля таксама, 95 гадоў, дарэч, памерла тут, у Кішынёве. Першы бацька, у него саркома, 63 гады, это 30 гадоў назад, или 35. Потым маці, у 1996 году померла, у нее инфаркт там, вот, лежала в больнице, а потом пришла и начала таскать эти ведра кабанов, кормить, и второй раз, и все. Вот. И я бабулю, никого не было, потому что я один сын и один внук. А я забрал бабулю сюда, бабуля прожила у меня в Молдове 5 год. Я тут еще операцию, катаракту сделал ее. Мы сделали с женкой 93 года. У Беларуси не хотели робить. 93 года, ля-ля-ля. Она, короче, бачить хотела. И тут мы сделали, и все доброе. Она книги навод читала после этого и так далее. То есть, первое, это мои сябры детинства. Подтримливаю связь, я вот сказал, у Барановичах, там, у Минску есть, вот, еще вторые одноклассники, мы на 66, в 66-м году закончили школу, то 50-ти годе, 80, вот, ну, в 18-м годе, в 16-м годе я там был на 50-ти годе закончения школы. Подтримливаю связи помеж одноклассниками. С однокурсниками я в Минске учился, я БГУ закончил. Значит, в Минске вельми кепские сувязи у нас помеж нами. Вот. Коли-николи мы созваниваемся и пытаем только, ты живы, ну и добро, это все. Не вельми как-то, як-то так складывается, собирались, а день, один раз, два мы собрались, и все. Вот это однокурсники. Вот. И по моей вот этой громадской деятельности я подтримливал связи там и занадто, так сказать, с некоторыми газетами, часописами, вот, и с этими, с громадскими организациями, которые курируют белорусов за межей. Есть такие. Батьковщина и родима, две. Я добро веду и керовников, и был там неодноразово, приезжаю, они добро сустракают. Завсёды мы маем некие книги тут, некие паперы, некие кашули нам дают. Ну, так вот. И главное, что мы обдымаемся, делимся некими уражениями об житті. Тут у нас, у Молдове, 10 громадских белорусских организаций. У городах таких, как Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Камрад, есть такие, Бельцы, Кишиневе 4. Вот. И мы подтримывали ранее больше тесные сувязи. При посольстве был координационный совет, такие стороны. Мы собирались, обмерковывали планы, нечто там робили. Ну, навод такие великие мероприемства, как, например, первый съезд белорусов в Молдову. Значит, у филармонии, где 1500 мест, собралось столько народа, вот, со всей Молдовы, белорусы там, их семьи. Ну, белорусов было 20 тысяч человек при советской владе. Зараз по прошлой переписи... Анатолий, вы чуете меня? Я чую, да? Чую. Так, так. Значит, я бачу, вас бачу, твар, али не ведаю, чуете меня. А зараз у нас около 4000. Приднестровье отделилось, оно мая свои гроши, свою рад, свои там, ну, некие там войсковые частки, все это другое государство, оно с нами, другая держава по сутности, свой Верховный Совет у них и так далее. То есть, но с белорусскими вот этими громадскими организациями Приднестровья мы подтримливаем связь. Это в Тирасполе, в Бендерах, в Рыбнице, Григориополь, маленькие такие, ну, может, 1020 городишка, а те по Тирасполь 160, как Барановичи, такие деньги, может, навод больше.
А этот, кто там, этот Бендеры, такие как Мозырь, ну где-то вот как Молодечный, вот такие города, то там эти белорусские суполки есть. Вот зараз у початку этого красовика мы едем в Бендеры, домовились уже, уже были позапрошлый год, и проводим такое, ну, невеликое свято, это гуканье весны. Да, то есть, ну, прощание с этой зимой. Типа, у нас так само зараз было в Гомле. Да, вы я чули, гляжу. Так? И не только у вас, я тримаю тут совесть с Иркутском, навод, белорусами, там вельми добрые хлопцы белорусы, они вот только-только провели. Вот. И мы так само, мы костюмы одеем, девчата молодые, там хороводы возят, этих тушек пускаем, этих из паперы. Ну, вот нечто такое. Ну, белорусские стравы. Один из наших керовников этой белорусской этой громадской организации в Бендерах, вот, прямо мая, так сказать, белорусский торговый дом, он такой хлопец покладный, и мы ездим, глядим в город, потом на, там великий этот Днестр, великая река такая, ну, как наши великие реки, вот такие, можно навод, ну, как Припять, как Сож, нечто, как Днепр, вот такие. То мы на этой реце потом сидим уже на хороводы, там и некую кухню, и некоторые размовы, песни, гулянки, верши читаем, ну, что можем. Еще есть, такое питание на трошечки. А вот наша, то есть ваша белорусскомовная суполка ведая, размовляя белорусской мовой, чи не? Чи Анатолий, не за все до добра? Анатолий, отказываю. Да, я зрозумел питание. Справа у тим, що от 4 тисячі гэтых, значить, у нас білорусів по статистиці апошній, яка була год чи два назад, так? Так от, з цих, ми ж усіх навіть не ведаємо, тому що є таких маленьких, там, неких населених пунктах, ми їх не ведаємо. Основне, где-то у кожної, от із 10 гэтых громадських організацій, ну, где-то 200-300 человек у каждого лечится. То есть, если 10, то у нас набирается разом с семьями, с батьками, с дочками, с сыновьями. То, ведая разговорную мову, вот тримайтесь за стул, разговорную мову можно, ну, лепше, чем я, трохи говорить, 3 человека. Ой-ой. Вот. И я... Это разговорную, вот такую мову. Читать могут значно больше. Вот по паперы, когда надрукованы, они читают, то тут можно, ну, процентов 20 читая. Остатние тут народились, я вот эстонец. Он, я жил сегодня. Он родился там в Эстонии, он белорус, лишь, ну, он кепско володает, хотя нечто там сказал. Есть такие, что зусим не володают. Вот, и им тяжко прочитать на вот несколько родков. Это вот. Но и они удельничают у всех этих мероприемств, которые проводятся у нас тут. А мероприемство, ну, у каждой организации это по 20, по 30 уду год проводить. Это обовязково 8 соковика, День Незалежности 3 липеня, значит, что там еще, это самое, новогодние эти вот справы, вот. Ну, некие там даты письменств, когда приезжают письменники, вот недавно были депутаты у нас, двое женщин, то одна ведала со Слуцкого района, моя землячка, великолепно, не буду называть ее прозвище, великолепно знаю белорусский язык, другая зусим не знаю, у нее фамилия русская, она там депутат в белорусском парламенте, ну, на вот там не ведают, в Беларуси, то тут... Если я вот живу 45 годов, ну, не зусим забыл вообще. Вот я же без текста, без ничего. Ну, может, там не кожное слово, а лишь нечто. То таких, на жаль, не вельми много. Я сказал, чему? Потому что старые померли. Частка уехала с Молдовы, белорусов. И осталось 3 тысячи по всей Молдове. А у таких активных, вот Кишинов самый активный, то мы можем собрать, ну, человек, какие некие корони мают, те служили, те браты там, те неколи мати была в Беларуси, то мы можем собрать у Кишиневе только, ну, человек 500 мы можем собрать. Вот. Ясно, есть еще такое питание. А вы же слышите,
за тымі падзеямі, якія зараз у Беларусі. Навіны якісь глядзіце Анатолій, у інтэрнэце ці не? Белсат можа таксама глядзіце там, чы наша тэлебачанне такія як БТ, якія вы там, якія карыстаецеся інфармацыйнымі. Отказываю. Справа в том, что у меня, у нас, вот, у нас нема тарелок этих, они не так практикуют их, вот эти тарелки телевизионные. У нас каналы в каждом доме, я вот живу 160 квартир, 20-этажный дом, у нас канал, многоканальный, вот эти 60 каналов. Было белорусское телебачение, первый канал. Его выкраслили с этого пакету, нема. Вот, значит, но вот благодаря этому... Моментик, а белорусский канал на белорусской мове был? Не, ну ваше первое телебачение. Оно там же на русскомовное, ясно. Да, там русскомовное, ничего не... Это, ну, а лишь некую там информацию мы черпали оттуда. Значит, его выкраслили амаль из всех этих пакетов. У меня зараз нема. Вот. Что дотычить остатней информации, мы не только текаемся, вот я, например, я о себе буду говорить, я могу и остальных, я о себе говорю, я не только текаюсь, я ведаю досконало всю вашу ситуацию, нам это лучше, чем белорусы ведают, потому что вот у меня в одноклассниках там мои выходят эти все дела, то я смотрю, они плавают совершенно, вот бульбу посеял, бульбу убрал, там выпил чарку, закусил, шкварку и все. Не все цікавятся этим житем вот таким, я не кажу политичным, а просто житем Беларуси они не ведают, мало что. Мы, вот белорусы замежа, до речи, нас 3,5 миллиона белорусов живет за межой. Вот, ну, здесь мало, а в России, в Украине там больше, в других странах. Так вот, я, например, гляжу и слежу за всеми каналами белорусскими. Белстат я каждый день гляжу, каждый день, новины. Значит, и все там некие информационные программы и так далее. Недавно девчина была со своей бригадой, я не помню, как ее фамилия, негде записана, была тут у нас, у нас выборы были, ну, парламент. Ну, мы состракались с ее, они приезжают сюда, они находят элементарно через наши эти громадские организации, и с кем хочет, с теми сутыкаются. Вот она нам позвонила. Вот, потому что вот я еще там одна Войнерович, они одна с Гродненщины, добрая веда, размовляя на белорусской мове, лепше, мабуть, у всех, у нас два человека, вот она такая. Так на нее вышли, мы сустрелись, и мы давали, так сказать, у нас есть еще тут 2 года, как исполнилось белорусскому культурному центру, зробили тут в Молдове. Есть русский культурный центр, армянский, украинский, вот и белорусский, все. Так вот, они приезжают сюда, и мы сустракаемся с прессой довольно часто. Вот. Есть и ролики. У меня, вот в моем 1000 гигабайт у меня этот компьютер, диск, и другие диск 1000. У меня все заполнено. Нет около 50 тысяч у меня фотосдымков и видеороликов. Так вот, может, десяток, а может, навод и больше. Это телебачение белорусское, которое сдымало нас тут в разных, так сказать, позах и по разному поводу, по разному, так сказать, вот, за все эти 20 год опошних. Мы не цураемся, мы наоборот, это все вельми рады, коли некто сюда приезжая и так далее. Одно только, что у нас в уставах, у наших громадских организаций, до речи, я один из керовников одной из громадской организации белорусской. У нас в уставах записано, что мы политику не маем права, не лезем. Вот, ни в молдавскую, ни в белорусскую. Мы традиции свои там шануем, и мы мовы выучаем, историю, кухня, вот это вот. А так, чтобы начать тут нечто такое, мы это не... У нас не отказываем на такие пытания, нам никто не задает. Вот. Сами помеж собой, хай каждый мая, як он некую свою думку на той или иной кошт, але мы не лезем, так сказать, в эти справы.
падтрымліваем цесную связь с амбасадай беларускай уже колькі гадоў на ту строй, колькі гадоў мы з ёй падтрымліваем. Дапамагаюць нам некалькі бізнесоўцаў. Вот. Здесь 60 дилеров и дистрибьютеров белорусских больших этих великих заводов и фабрик. Ну, например, это Меловица, это Керамин, это Гефест, это Атлант, это стеклозавод Неман и так далее. Вот. То подтримливают нас не все, может, два или три, которые и финанс некими сродками подтримливают, и арендуют нам здания, и проводят некие мероприятия за свой кошт, а мы на их базе уже вот, так сказать, спілкуемся, то есть сходимся. Размовляется, так? Размовляется, да, на их базе, потому что аренда тут довольно дорогая у нас, и у нас вельми кепские малые заробки и пенсии вельми малые, а цены например, на жилевые послуги в 2-3 раза больше, чем у вас. Пенсию в 2-3 раза меньше, а послуги в 2-3 раза больше. И я вот сегодня написал, на вот, лежу там, на копейку подняли у вас там палево, бензин там А92. Там и сколько он там получился, рубль 62. То у нас уже давным-давно 2 рубля на ваши деньги. То есть и при наших зарплатах малых. И никто ничего, ну подняли. У вас там на копейку поднимут, это меня удивляет. Вот это, понимаете? То есть, ай-яй-яй, больше никаких пытаний. А то, что вы платите за... Я вот, у меня есть хлопцы, девчата в Минске, мои эти вот одногодки, одноклассники. Он, я у него ночевал. Он платит за квартиру $50 зимой. $50. А я плачу вот за свою хату, вот я сейчас сижу тут, так? Значит, 3500 лей, я вам скажу. Это амаль 200 долларов. Это $175 я плачу. А он плачет 50 за такую же квартиру. Понимаете? И я маю на увазе это, горячая вода, газ, там, что там, светло, ну и так далее. Вот. То есть и не все так кепско у вас. Но я пишу это и в этом, на Фейсбуке, на сторонце. Так мне пишут, что мы должны сравниваться с Молдовой. Мы сравниваемся с Германией там, или с Польшей и так далее. Был я в Германии в этом году, объездил всю Германию. Он получает, пенсионер моего возраста, значит, ему 70 лет, он получает 1800 этих самых евро пенсию. Но он за квартиру платит 1300, понимаете? Я был у него в квартире. Вот. Да, там цены, так сказать, если он идет бокал пива выпить, то 3-4 евро на улице в центре города бокал пива 0,33, а не 0,5 там практически не пьют, 0,33. Вот. То есть это, ну, у них получается, если вот брать эти 1800, тоже не занадто там много, вот. И, так сказать... Добро там, где нас нема. Але им вот. Все равно застается около 1000 евро, там 800-700 евро, да. А вам-то застается 70, 10, там 100 на это разов. Правильно. Да. А нечто застается, когда они там вдвоем с женкой, то он за квартиру платит со своей пенсией, а так, другую пенсию. Еще такое питание. А как вы относитесь зараз до путинской России? Как относитесь до Украины? Такие же питания. Я скажу, хай нас слухают, нема тут питания, может, кому легче будет там некие паперы, отчеты робить. Я вам скажу так. Я не отношу, у меня нема кепской нации или тем народности, или доброй нации. У меня бывают кепские люди, бывают добрые, с которыми я могу, помните, казали некогда, с кем можно пойти там в бой. Так вот, есть сирот белорусов тут у нас. Я не хочу, ну, потому что я их просто обхожу, я не могу с ними, это не мои, так сказать, люди, я с ними не могу ни об чем говорить. У меня есть такие свояки, до речи, у Минску там еще нет, что я приезжаю туда, ну, мы друг друга не разумеем. Ну, далекие свояки там, вот. То есть, ну, не разумею.
справа не тем, что Россия тут и Украина, и нечто. Среди у россиян есть добрые, порядочные люди. У меня шмат друзей есть тут сябров. Есть и кепские люди. И есть, так сказать, среди украинцев и белорусов, я уже сказал, у всех. Вот я не делю по национальности. А то, что творится, если сказать в уголе, то, что творится после этой перестройки, так званой Горбачевской, то я категорично супрать, потому что стать миллиардером, мультимиллиардером за 10 годов и иметь 30, 40 и 50 миллиардов долларов у кишени за 10 годов, ну, это зрозумело, что он не заработал, что это он накрал. К таким людям я отношусь кепско. Они мне, так сказать, не подобаются, эти люди, коли, так сказать, они погнали у кишени то, что треба было недра принадлежать народу, ну, а отрымалось так, что недра принадлежать отдельной группке, которую мы критиковали, мы же изучали политэкономию, там 2-3% негде на Западе весь этот тримают все эти гроши в кишене. А у нас зараз в России то же самое. Не ведаю, как у вас в Беларуси, я нечто так не наблюдаю, как там были миллиардеры, на яхтах катались и летали на самолетах. Вельми. Такое я не бачу про Беларусь. Украину я шаную, это народ, он побачу. Украинцев, до речи, в Молдове 500 тысяч человек, как и русских, может, навык трохи больше украинцев. Вот, я тут сустракаюсь с ними каждый день. Вот, я, так сказать, вельми хвалююсь за то, что идет эта война, такого, зразуметь, это в страшном сне такое нельзя было представить в советское время, что воевали вот эти братские славянские народы помеж собой, убивали детей там и калечили, так сказать, живёлу и дорослых, и там вот это я супроть категорично против этих денег. Кто виноваты, а кто не виноваты, это не мне там разбираться, хотя я думку свою маю на этот конт, а лишь не озвучиваю я, но скажу, что это ну никак не годится, коли вот такое робится в этом белом свете при нашем, так сказать, веке энергетики и компьютеризации, и чего хочешь. Добренько, еще такие питания. Все-таки пожидание зараз было у нас стрим, нехай так не стрим, то я, а такая сустреча в скайпе. Не повинна да. Занадто быть довгой, бо попросту да. Перестає да. Быть цікавой. Нам да. Потребно, щоб нас люди почули, белорусы, особливо белорусы. Какие бы да. Вы слова сказали у сегодняшней 25-го соковика? 101-й да, я прошу пробачить, потому что первый раз да, мне да. Треба было представить некие думки свои сказать, окреслить мой портрет, будем так. Вот, тому я немножко тут затянул и не давал монолог таки отрымался. Вот, если вы мне коли-коли-коли-не подключите, может, я буду вам, так сказать, полезным. Обовязково. Наши стримы белорусскомовные, нехай будут у нас есть хлопцы, да. Цікавые люди, которые могут подтримать такую говорку. То будет цікаво. Да. На любую тему я могу. Значит, тут я, чтобы завершить эту разговор, я уже сказал, что я вельми уражений тем, что вы робите, это одно, однозначно. Я поглядел все ваши ролики, Анатоль, да, и поглядел все, что вы сделали всем гуртом у Киеве. Мне тоже вельми, так сказать, сподобалось все, потому что такого я николи не бачу, ничего подобного. Это другое. Ну, день воли я сказал, что это для меня вот свято, неколи было такое темное, не вельми знакомое. Зараз я все больше и больше проникаю. Я с задоволением, сегодня день воли, я с задоволением вешую всех, кто любить и марить, и как Беларусь была доброй державой и вольной. Из такой крепкой, вольной, да, она, как она, я не за незалежность ее, а 100-пудово, как говорят молодежь, то есть это должна быть отдельная держава, как и все остальные. Другое дело, кто там керует, как там керует, это уже другая справа.
там уже разберутся у хати. Але у хату, так сказать, вот ко мне у хату пустили кого-то еще сюда, в одной комнате он сидел, ти надзирал надо мной, это не годится. Это другое питание. Белорусскую мову я сказал, это мое, так сказать, относительно до ее. До вас, до ваших ребят-блогеров, это велизарная справа. Меня удивило, что столько людей там собралось, как и вас. Я глядел все. Великое, так сказать, пожелание всем вам и коту серому. Он немножко таки сбентеженный. Такое доброе белорусское слово есть. Сбентеженный. Сбентеженный кот. Добро, я ему так и нагадаю. Кот, ты сбентеженный. Не шире кот, а сбентеженный кот. І сьогодні ми зробимо, може, з ним зустрічу так само. Поспробуємо такий святочний день. Зробимо маленьку зустрічу. Я думаю, викладу. Так само побачиться. Да, ну хлопець, він розумний. Я чую його, да. Ви його не так сказати, похвалили, сказали, да, я розумію, що він каже. Да, розумний. Добре, що така молодь є у нас, у вас. Это вельми-вельми. Я еще раз дякую вам за то, что вы меня вот сейчас прослухали, подключили. У других раз будет меньше, а тут просто представлялся, чтобы зрозумели, кто я, чего я и так далее. Можно скобки круглые открыть, много еще сказать. Можно в процессе там нечто такое вас затекавить. На любые питания я могу ответить. Нема проблем, потому что я в свой час працевал в Министерстве будовництва, працевал в горисполкоме на выдатных посадах великих. Я працевал в прессе тоже на выдатных посадах. Вот. Ну, значит, заканчивал в Минске БДУ, то есть там база тоже не кепская была. А лишь я не, по своему характеру не буду лезть вперед батьки, Анатоль, и вы там уже склали свою команду, все. Я буду просто подыгрывать, я говорю, что вот собственно говоря, вот такое. Сочить. Еще сочить. Сочить за всем. Да, ну не сочить даже не то слово, удельничать, может быть, на вот так. Добро, что и удельничать, еще, конечно. Якую да, свою лепту уносить. Да. Для того, чтобы в той ситуации сами белорусы разобрались, а чтобы сделали правильный выбор и куда им глядеть. Я думаю, все им глядеть на свою незалежность, незалежную, вольную Беларусь. Да, 100%. Поэтому вам будет там для всех этих глядачей будет интересно, когда будет Таллин вот подключился, когда будет там Норвегия, Осло интересно еще, Украина, Беларусь. Ну, я вот тут Молдову могу прикрыть, потому что кажу, что я, в принципе, могу на любые питания вам отказывать, какие будут интересовать. Добрый, это самого-самого хорошего. С днем добрый воли. Да, живи Беларусь. Живи вечно. Добро. До встречи. До встречи. До побачення.